Узнаете в ближайшие 40 минут о важном, что произошло в уходящие 7 дней. Это «Вести Хакасия. События недели». С вами Марина Канадакова. Позади стройка для погорельцев, впереди развитие промышленности и внимание матерям. Что еще важного услышала Хакасия в традиционном обращении Виктора Зимина к общественности? Жить будет чуть-чуть легче. Верховный совет намерен снизить налоговую нагрузку на малый и средний бизнес. 95 пунктов приема древесины работает в Хакасии. Выйти из тени их заставил специальный закон. А с нового года под контроль попадут и все сделки с пиломатериалом. Очередной брак при строительстве дорог выявили неутомимые активисты Общероссийского народного фронта. Около села Весеннее асфальт укладывали, когда шел снег. Балыкса решила не отставать от вершины Тёи в борьбе за туристов. В поселке ждут любителей фрирайда, купания в проруби и другого сибирского экстрима. Но вначале о традиционной пресс-конференции Владимира Путина для российских и зарубежных журналистов. Вопреки ожиданиям, она не побила рекорд по продолжительности. Но на ней прозвучал ряд заявлений по важным для россиян вопросам. Речь идет и об экономическом кризисе, и о пенсионном возрасте, и росте платы за услуги ЖКХ, о долгах регионов. Предлагаю вспомнить эти и другие моменты пресс-конференции. Когда выйдем из кризиса? Именно этот вопрос прозвучал первым. Президенту напомнили его прошлогодний прогноз. Тогда Владимир Путин считал, что за 2 года страна преодолеет падение экономики. Но жизнь все расставила по своим местам. Встречаются 2 приятеля, один у другого спрашивает, как дела? Тот говорит, ну вот как в полоску, черная и белая. Сейчас какая? Сейчас, говорит, черная. Проходит еще там полгода. Ну как дела? Да, знаю, в полоску. Сейчас-то какая? Сейчас, говорит, черная. Нет, тогда же была черная. Нет, выясняется, что тогда была белая. Вот у нас примерно такая ситуация. Мы считаем, посчитали бюджет следующего года как раз из этой цифры. Это очень оптимистичная сегодня оценка. $50 за баррель. Но сейчас сколько она уже? 38. Поэтому мы вынуждены будем, наверное, здесь что-то корректировать. Вопросов о будущем было немало, причем региональных журналистов интересовала прежде всего внутрироссийская повестка, а в ней один из больных вопросов – растущий госдолг регионов. Президент пока не считает ситуацию критической и обещает не оставить нуждающихся без помощи. Самое главное все-таки заключается в том, чтобы вот эти кредиты, которые берут регионы, чтобы они средства, полученные таким способом, направлялись на решение главных, а не второстепенных задач. Что является главным с точки зрения развития? Нужно направлять их туда, где будут созданы новые рабочие места, где будут созданы условия для создания, для того, чтобы возникали новые производства, новые технологии переносились. В этом году вновь поднят вопрос о повышении пенсионного возраста. Пока это касается только госслужащих. Что касается остальных россиян, то рано или поздно непопулярное решение придется принять. Я и сейчас придерживаюсь точки зрения, что время еще не настало. Но буду откровенен, мне уже многие, не только эксперты, но уже просто практики говорят, ну вы хотите людям хорошее сделать, в конце концов вред им нанесете. По сути, это может привести просто к сокращению доходов самих пенсионеров. Придется государству просто понижать уровень пенсионного обеспечения или повышать пенсионный возраст. Но если это делать, то делать нужно вот так, как по чиновникам принято решение. Не спеша, спокойно. А когда это нужно сделать? У меня пока нет на это ответа. А когда-то это придется сделать. А вот мы как раз в регионах своих зрителей попросили. Давайте вы нам расскажете, какой вопрос вы сами хотите задать президенту. Самый популярный был такой, как прожить на пенсию или зарплату и при этом не оказаться должником по ЖКХ. Такую сложную задачу, куда в первую очередь нести свою пенсию или зарплату, чтобы расквитаться с обязательными платежами, как потом на остатки просуществовать до следующей пенсии или зарплаты, она каждый месяц возникает у жителей маленьких городов или сел. Без всяких сомнений нужно самым внимательным образом к этому подходить, нужно смотреть внимательно за управляющими компаниями. И здесь еще многое нужно сделать для совершенствования этой системы. Без всяких сомнений, это будет находиться в центре внимания и правительства Российской Федерации, и региональных властей.
Так как время пресс-конференции оказалось значительно ограничено по сравнению с прошлыми годами, совсем немного региональных журналистов смогли задать вопрос президенту. Тем не менее, проблему, волнующую тюркоязычной республики, удалось озвучить представительнице Татарстана. В своем послании вы говорили о том, что... вернее, подчеркивали, и что не стоит ставить знак равенства между добрым, трудолюбивым народом Турции и правящей верхушкой, что много у нас в Турции надежных друзей. И, как вы знаете, Татарстан за эти годы создал с Турцией много всяких прочных экономических, культурных связей. И вот что же нам делать теперь? Рвать все эти связи? Конечно, нужно продолжать свои контакты с близкими нам, этнически, я говорю нам, потому что тюркоязычные народы России – это часть России. И в этом смысле и турецкий народ, о котором я говорил в послании, как о дружественном нам народе, и другие народы тюркоязычные, они как были нашими партнерами и друзьями, так и остаются. И мы, конечно, будем и должны продолжать с ними контакт. С действующим турецким руководством, как показала практика, нам сложно договориться или практически невозможно. Даже там и тогда, где и когда мы говорим «да, мы согласны», они сбоку или в спину наносят нам удары. Причем по непонятным абсолютно причинам. Поэтому на межгосударственном уровне я не вижу перспектив наладить отношения с турецким руководством, а на гуманитарном, конечно. Одним из центральных событий регионального масштаба стало ежегодное послание главы Хакасии. Многое из того, что сказал Виктор Зимин, было предсказуемо. Конечно, он начал свое обращение с темы апрельских пожаров и строительства жилья для погорельцев. Наибольший интерес представлял экономический блок, и в частности, ситуация с наполнением бюджета и погашением растущего госдолга. И здесь глава региона остался верен прежним установкам. Что Виктор Зимин считает важным в предстоящем году и как прокомментировали его позицию ведущие политические силы республики, смотрите далее. Седьмое по счету послание Виктор Зимин ожидаемо начал с главной темы уходящего года – апрельских пожаров. От огненной стихии пострадало 6500 жителей Хакасии. Республике пришлось заново построить 1500 домов. Очевидно, что без помощи федерального центра ничего бы не было. Сумма компенсации из федерального бюджета пострадавшим семьям составила 580 миллионов рублей. Еще 200 миллионов рублей было собрано в виде благотворительных средств. 125 миллионов рублей выделено Хакасии на оздоровление детей и представителей старшего поколения. Общая сумма этих средств почти миллиард. Вот так отреагировала Россия. На нашу беду это не включая затраты на капитальное строительство. Восстанавливать после пожаров пришлось и сельское хозяйство. И надо отдать должное нашим аграриям. Они не просто возродились из пепла. По итогам 11 месяцев даже наблюдается прирост поголовья крупного рогатого скота. Сельское хозяйство вообще остается приоритетным направлением развития республики. Вспомнил глава и про отодвинутый на время проект «Баранина Хакасии». На следующий год в рамках госпрограммы предлагается создание двух элитных племенных хозяйств, чтобы придать дополнительный импульс данному процессу. Глубокая переработка баранины и выход на новые рынки сбыта экологически чистой продукции нашего животноводства. Это то, к чему мы стремимся. Задача должна быть решена в 2016 году. Развитие животноводства в Хакасии – это важнейший фактор. Сдерживание цен на мясную продукцию. Сегодня в Хакасии самая низкая цена на баранину по России. Свинина и говядина в тройке самых дешевых по Сибири. Продолжая в том же темпе, власти не сомневаются, республика сможет сама себя прокормить. Еще одно ключевое направление для республики – овощеводство. Овощей собрано около 6 тысяч тонн. Годом ранее было почти вдвое меньше – 3,5. Кроме того, выращено около 8500 тонн картофеля, что почти на четверть больше, чем в прошлом году. Огромная признательность сельчанам. Мы производим то количество, а мы не являемся единственными производителями в Хакасии, которое, в принципе, в Хакасии есть нужно будет 3 года. Поэтому, что касается гречки, Хакасия обеспечена этой продукцией. Если взять о нашем хозяйстве целинное, на сегодняшний день это хозяйство пятое в Красноярском крае и Хакасии.
при строительстве нового комплекса мы будем уже вторые после Назаровского совхоза. Поэтому, я думаю, радуешь, какая сегодня всегда на корме. Особый упор и на частные хозяйства. Программа поддержки малых сел уже дает результат. Если в первый год выдачи компенсации за скот деньги получили всего 393 жителя республики, то в прошлом в 89 деревнях уже больше 1000 сельчан получили за коров в общей сложности 48 миллионов рублей. В глухих селах впервые появились дороги, освещение, строятся клубы и ФАПы. Народ возвращается в деревню. Ну и принято решение продлить срок действия программы сохранения и развития малых и отдаленных сел еще на 3 года с увеличением общего объема финансирования до 200 миллионов рублей. Деревня должна жить. Кстати, не забудут и дачников. В 2016-м на поддержку обществ направят 15 миллионов рублей. Помимо сельского хозяйства, власти сегодня делают ставку на угольную отрасль. В ближайшие годы, за следующие 10 лет, добыча угля в республике увеличится на 40 миллионов тонн. Сегодня мы приближаемся к 16. В Хакасии находится самое перспективное в России месторождение по запасам высококачественного энергетического угля – Бейское. Его освоение уже началось и требует решения целого комплекса вопросов. Прежде всего, инфраструктурных. Принят ряд стратегических решений по развитию логистики. Прежде всего, путевого хозяйства, железнодорожных станций. Потому что добываемый уголь нужно вывозить. Очень важен проект по развитию энергетической инфраструктуры данного угольного бассейна. Это целый комплекс задач, отдельная стратегия, которая повлияет на экономику не только Хакасии, но и всей Сибири. Самый потенциальный проект – это развитие Бейского каменно-угольного месторождения. В этой части уже мы работаем со всеми партнерами, со всеми потенциальными и с нынешними балансодержателями лицензий. Я так думаю, что ближайшая перспектива – это удвоение тех объемов, которые мы сегодня добываем. Это, естественно, эти налоги. То, что Виктор Михайлович сегодня отметил особо, мы будем жить это хорошо, насколько будем хорошо зарабатывать. Следующий год будет знаковым и для других сфер жизни республики. Долгожданное новоселье ждет культуру. Новый музей должен как никто сработать на улучшение имиджа Хакасии. Первый модуль комплекса уже открывали для посетителей на международном форуме «Сибирил» в сентябре. Сказать, что зал с изваяниями произвел настоящий фурор, ничего не сказать. За 3 дня его посетили больше 4000 человек. Подошла ко мне итальянка и сказала: «Ваш президент и ваш народ непобедимый». Мы там думали, что санкции столько уже сделали, настолько сделали свое дело, Россия на коленях. А она приехала, говорит: «А я смотрю, вы строите одни из лучших культурных центров. Вас победить нельзя». Вот на этом мы подписали еще 400 миллионов в помощь за 3 дня. Ну, это приятно, правда. На финишную прямую в 2016 году выйдут глобальные стройки. Военный городок, новый корпус резбольницы и перинатальный центр. Кстати, рождаемость в Хакасии и сегодня растет. Только на минувшей неделе родилось сразу 3 двойни и 1, первая за последние годы, тройня. Именно она косвенно стала виновником самого громкого заявления дня, после которого впору ожидать настоящего демографического взрыва. Нужно какое-то системное решение, да, я думаю, принять. И сегодня хотел бы посоветоваться. Я думаю, у нас есть там 100 тысяч, что-то выделяем. Что такое 100 тысяч? По-моему, там за няню оплачиваем 4 тысячи. Ну, какая няня за 4 тысячи будет работать? Предлагаю, давайте там 1,5 миллиона, если Верховный Совет поддержит, включим закон. За рождение. И вот... Спасибо. Просто я даже не знаю, я сам не пробовал, но я думаю, это очень сложно, 3 родить. Надо помогать, чтобы это была и сумма. Ну, а в частном порядке можно к этому и квартиру. Я думаю, у нас и спонсоры найдутся. Я на самом деле очень рада тому заявлению, которое прозвучало сегодня в выступлении главы Республики Хакасия, народу Республики Хакасия в части поддержки многодетных семей.
поскольку действительно сегодня в Республике Хакасия очень неплохая система мер социальной поддержки многодетных семей. Далеко не все меры социальной поддержки, которые есть в Хакасии, есть в других субъектах Российской Федерации. Но то, что касается поддержки семьи, в которых родилось сразу три ребенка, это действительно очень существенное предложение. Озвученные заявления нашли поддержку и у представителей оппозиционных партий. Проведена большая работа. Действительно, губернатор отметил те глобальные проекты, которые делаются у нас в республике. Конечно, это дорогого стоит. Мы всегда в Верховном Совете такие проекты и такие расходы как бы поддерживаем, которые работают на перспективу нашей республики. Я думаю, что послание очень интересное. И тот позитив, который существует, он и обязан быть у руководителя, чтобы заряжать им другим. Конечно, времена нелегкие наступают, и я запомнил одну фразу, что очень сильно растет социальная нагрузка на бюджет. Это значит, вводятся новые школы, садики, там, которые требуют содержания. И в этом году, в следующем году, при таких непростых ситуациях, нужно очень большое напряжение всех сил, чтобы поддержать этот темп развития и, самое главное, развитие в социальном плане. И последнее. В привычную церемонию обращения главы Хакасии в этом году внесли изменения. Впервые в самом конце выступления прозвучал не только гимн России, но и гимн Республики Хакасия. Пашева, Игорь Брюханов, «Вести Хакасия. События недели». В эфире «Вести Хакасия. События недели». С вами Марина Канадакова. Налоговые послабления малому и среднему бизнесу обсуждали на этой неделе в Верховном Совете. Насколько снизится упрощенка, кто сможет работать по патенту и будут ли гранты на следующий год? Эти и другие важные новости для деловых людей расскажет Константин Кравцов. В повестке сессии Верховного Совета этот вопрос особого ажиотажа не вызвал. Впрочем, актуальность и важность его переоценить сложно. Закон Хакасии номер 107 предусматривает льготное налогообложение для малого и среднего бизнеса. Итак, депутаты заморозили 1,5-процентную ставку от кадастровой стоимости налога на имущество. По стране с нового года цифра будет равна 2%. Это касается предпринимателей, у кого больше 1000 квадратных метров, и направлено на поддержку тех, кто делает деньги на аренде. Стоимость квадратного метра, вы знаете, по центру города с 500 рублей упала, по сути, до 350. То есть нет востребованности сейчас, что свидетельствует о небольшой активности бизнеса в этой сфере. И чтобы окончательно не поддавливать и не поддушивать вот тех, кто сдает в аренду, принято решение остаться на 1,5% и не увеличивать налог. 107-й закон предусматривает целую массу новаций. Что касается системы патентов, депутаты одобрили расширение списка по 16 видам деятельности, подпадающим под этот режим. Вместо 47 стало 63. Например, теперь по патенту можно заниматься сбором дикоросов, производством хлебобулочных изделий, рыболовством, обработкой камня. Притом стоимость самого патента довольно символична. Патент позволяет купить на квартал, на полгода или на год, первое. И второе, самое важное, заплатить треть стоимости патента до момента окончания, на какой вы его берете период. Еще для бизнеса существуют две системы налогообложения – вмененная и упрощенная. Упрощенка предусматривает выплату 15% от суммы доход минус расход. С 1 января этот показатель для всех, кроме торговли и сдачи помещений в аренду, снизится до 10%, а остальные виды бизнеса получат 5%. По мнению авторов закона, это значительно снижает налоговую нагрузку на предпринимателей. Кстати, у Хакасии есть подобный опыт. В 2010-м принимался подобный закон, и на удивление властей от снижения налога бюджет республики получил еще больше средств. Освободив с 15 до 10%, в конце концов стали платить больше. Почему? Потому что, во-первых, зарегистрировались все те, которые были в так называемой тени.
А еще впервые зарегистрированные предприниматели теперь могут претендовать на нулевую налоговую ставку в течение 2 лет. За это время вполне можно встать на ноги. Все эти послабления власти объясняют тем, что в том числе федеральный центр поддержит бизнес Хакасии, если он будет эффективно и чисто работать. И чем больше у нас будет бизнесменов, тем больше денег выделит Москва на их поддержку. Одним из критериев выдачи этих денег является, растет у вас количество предпринимателей или не растет. А потому выгода все общая. Если они будут регистрироваться, осознавая, что ничего платить в смысле налогов не надо, но нам, для всех, для жителей Хакасии, это большой плюс, потому что федерация будет выдавать еще большее по этому критерию количество денег для поддержки малого и среднего бизнеса. Собственно, что касается грантовой поддержки, федеральный центр выделяет республике на 2016 год 40 миллионов рублей. Еще почти 4 заложено из местного бюджета. В своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин не обошел тему поддержки бизнеса. Связано это и с импортозамещением, и в целом с развитием экономики. Президент четко дал понять, поддержка будет лишь тем, кто действительно эффективно работает, приведя в пример сельское хозяйство. Надо сосредоточить ресурсы на поддержке прежде всего тех хозяйств, которые демонстрируют высокую эффективность. Именно на таких принципах должна строиться программа развития АПК. Я имею в виду и крупные, и средние, и мелкие предприятия. Все должны быть эффективными. Накануне вся страна отмечала появление и другого закона. 12 декабря – День Конституции России. В Абакане молодые активисты устроили флешмоб, задавали прохожим вопросы на знание закона и раздавали задания. 12 декабря – это день рождения, праздник нашего главного закона Российской Федерации, Конституции Российской Федерации. И молодежь, конечно же, не осталась в стороне от этого праздника. И отметить этот день решили таким сейчас модным среди молодежи мероприятием, которое называется флешмоб. Провели опрос среди жителей города Абакана о знании Конституции и вручили текст Конституции. Стоит отметить, Конституция Хакасии также отметила 20-летний юбилей. По этому случаю Верховный Совет презентовал издание, которое представлено на русском и хакасском языках. Книгу можно будет найти во всех местных библиотеках. Какой-то национальный колорит мы, безусловно, вносим в содержание Конституции субъектов Российской Федерации. Но были, есть и останемся частью Великой России. Мы есть федерация, а вот в этом многообразии и есть наша сила. Но контроль за бизнесом никто не отменял. В Хакасии уже 95 предпринимателей зарегистрировали свой бизнес по приему и отгрузке древесины. Прежде такие пункты никак не регулировались государством, пока в прошлом году по настоянию прокуратуры республиканские власти не ввели для них специальный закон. О первых итогах его действия в следующем материале. Ежемесячно на этот пункт по улице Игарская поступает до 100 кубометров древесины. Сосну, лиственницу, кедр везут с тайги Хакасии и юга Красноярского края. Здесь их перерабатывают в пиломатериал для домостроения. Собственно, это и есть основной профиль бизнеса. Приемку и отгрузку древесины пришлось зарегистрировать после того, как в апреле вступил в силу новый закон. Уклоняться от него предприниматель Андрей Тарасенко не видит смысла. Вначале показалось все это страшно. На самом деле все это абсолютно несложно. Приезжаешь, подаешь заявление, тебе все это через неделю выдают документы, декларации, как подавать, акты, как подавать. Всегда люди расскажут, покажут. Каждый раз я подаю, мне проверяют, если что-то ошибка, мне поправляют. То есть проблем никаких нету. Закон о пунктах приема и отгрузки древесины инициировала республиканская прокуратура, чтобы власти могли контролировать сделки по древесине. Если раньше они знали лишь то, сколько вырубается лесов, то теперь понимают, сколько материала в конечном счете поступает на пилорамы. Каких-то великих расходов на приемщиков новый порядок не возлагает. Главное – заявить о себе и вести учет поступления и отгрузки сырья. На сегодня из тени вышли уже 95 предпринимателей, и, скорее всего, цифра эта будет еще расти. Но и те, кто работает легально, еще учатся вести правильный учет. Очень распространенное нарушение – это отсутствие поданной вовремя декларации по пункту приема отгрузки древесины, в которой, кстати, указывается как получатель древесины, так и продавец. Там идут породы деревьев, сколько прибыло на пункт, сколько было переработано на этом пункте.
С нового года заготовителей и обработчиков древесины ждет еще одно новшество. Наподобие продавцов алкоголя они должны будут зарегистрироваться в системе ЕГАИС. Так государство получит полный контроль над всеми сделками с древесиной. А это значительный шаг вперед в борьбе со злоупотреблениями в данной отрасли. Не убавляется работы у активистов Общероссийского народного фронта в Хакасии. На этот раз они разбираются с халатностью дорожников, которые укладывали асфальт на трассе возле села Весеннее. Работа всего на 3 километра, а проблем на целое расследование. Олеся Калиниченко продолжит. О своих опасениях насчет качества дорожного полотна местные жители сообщили в региональное отделение Общероссийского народного фронта. Активисты выехали на место. Работы на этом участке дороги завершились в конце ноября. 3 с небольшим километра в районе села Весеннего визуально выглядят идеально. Но, по словам общественников, скорее всего, прослужит эта дорога недолго. При незначительном воздействии на асфальт он крошится. При движении большегрузного транспорта, то есть при наезде на край асфальта, вот эта часть будет разрушаться. По словам местных жителей, активные работы на этом участке дороги велись как раз в то время, когда в республике шли снегопады, а температура воздуха опускалась ниже 20-градусной отметки. Этот факт подтвердили и в местной администрации. Это было в ноябре, я еще удивился. Прошел снег, потом он подтаял, правда, растаял, и вот что-то они в этот период как раз и вложили. Представители Народного фронта планируют сделать запрос в Республиканский гидрометеоцентр, чтобы документально подтвердить несоблюдение температурного режима при укладке асфальтового покрытия. Местные жители и без официальных запросов знают, при каких погодных условиях работали дорожники. Снег уже выпал, да, снег был, и гололед уже был, и снег был, они все ложили. Но температура, это в ноябре же у нас заморозки были, да, минус 28 доходило. Потому что вечерами я ходила топить, и они, ну, видать, что свет, что пролаживали дорогу, там асфальт. Заморозки были вечером до 25 и до 28. Представители ОНФ уже делали запрос в ХАКАС «Автодор». Ответ получили, что работы на этом участке дороги осуществлялись в соответствии с контрактом в установленные сроки. Правда, пока объект не принят в эксплуатацию, так что у общественников есть время оспорить качество выполненных работ. Олеся Калиниченко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Славу рая для фрирайдеров хочет снискать для себя Балыкса. Отдаленный таежный поселок находится в предгорьях Кузнецкого Алатау. И его природой и чистым воздухом могут наслаждаться не только местные жители, но и приезжие. Один из энтузиастов все подготовил для приема туристов и любителей горнолыжного спорта. Горы Кузнецкого Алатау. На самую вершину на снегоходе. Сюда не ходят подъемники. Это просто рай для фрирайдеров. Нетронутый снег. Снег, который идет здесь стеной без перерыва. Точка старта – высота 222 метра. Можно самому выбрать себе дорогу по самому крутому склону, там, где еще никого не было. По сравнению с другими склонами, ну, которые я знаю, у нас, наверное, будет поинтереснее. Фрирайдеры, вот приезжающие в том году, они просто поимели такое удовольствие. Сезон этого года для лыжной базы станет первым настоящим сезоном. Пробные вкатывания прошли прошлой весной. Понравилось сразу все это. Душа рвется сюда теперь. Фрирайд – это, пожалуй, самое экстремальное направление в сноубординге. На такое могут решиться только опытные гонщики. Для всех остальных есть подготовленная трасса. Ее протяженность больше километра. Склон по рельефу, он достаточно крутой. То есть, в принципе, даже мне, как вот лыжнику, склон доставляет удовольствие. Есть и местность для новичков. Падать мягко, идеально для тех, кто встал на лыжи первый раз. Как быть, подскажут инструкторы. Со всеми снеговиками перезнакомился. Очень экстремально. Понравилось. На лыжи первый раз стало. Тоже классно было. Получилось все? Нет. Очень скоро на этом склоне будут не только туристы. Идея базы – это не просто развлечение, а школа для детей. Детей в поселке Балыкса достаточно. Естественно, в этой снежной местности лучше, чем лыжный спорт для здоровья и силы характера будущего поколения, и не придумаешь. Я думаю, это лучше, чем лежать на пляже и загорать. Наверное, опять сувров выкинем. К слову, лыжами и сноубордами отдых здесь вовсе не ограничивается. Ну, а если тебе далеко до мастера спорта, есть вот еще такая забава катания на плюшках за снегоходом. Это тут, конечно, все тоже очень экстремально, как и все.
После такого отдыха нужен отдых. Идем на базу. Здесь можно разместить по комнатам 26 человек. Это 6 номеров, ну, разного наполнения, от 3 до 6 человек. Здесь есть все, что необходимо. Спальные места, кухня. Можно устроить себе спецпрограмму. Надеемся, что получится очень вкусный шашлык. Поэтому все в предвкушении вечернего пира. Эта компания одна из первых постояльцев. Как все экстремалы, они люди смелые. А здесь как раз и настоящая русская баня. О. А рядом прорубь. На старт, внимание, марш! В восторге от природы, в восторге от того, как нас встречают, в восторге просто от всего. Здесь просто такие настолько добрые люди, они прям освещают улыбкой здесь улицы, но они правда классные. Создан лыжный курорт на чистом энтузиазме. Юрий Соколов – спортсмен, тренер. Это дело всей жизни. Эту идею я вынес с детства. Я ее вынашиваю, наверное, с 4-летнего возраста. В детстве я сам занимался с 4 лет лыжами и прыжками с трамплинов. И это меня так до тряски, я это любил. Поразительно, но так много снега по местным меркам – это совсем мало. Ближе к весне его станет еще больше. Горная жемчужина – база новая, так как отдыхающих здесь еще мало. Каждому обеспечен личный, по-настоящему радушный прием. Елена Крылова, Игорь Брюханов. Вести, Хакасия. События недели. Все больше примет Нового года на улицах Абакана. На Первомайской площади практически смонтирована главная елка республики. Заканчивается строительство и ледового городка. Впервые он будет изготовлен в национальном стиле. Копии менгиров, хайджи и хакасские символы года – вот над чем трудились резчики по льду. Открытие елки ознаменуется лазерным шоу под названием «Сон в новогоднюю ночь», которое состоится как раз завтра, 21 декабря. Впервые новогоднюю красавицу будут зажигать так рано. На этом настаивал Виктор Зимин, чтобы самый любимый и народный праздник длился как можно дольше. На этом наш выпуск завершен. Я желаю вам приятного окончания выходных, и пусть в вашей жизни ничто не омрачит ожидание праздника. Всего доброго и до новых встреч!